Отправляюсь в командировку. Куда это так вдруг? Ни за что не угадаешь. Идея, я считаю, интересная. Правильная, пока, так сказать, реальную, глубинную Россию. А что, Павел Егорович, покажем молодежи настоящую Россию? Да фиг ли тут снимать-то? Скукотища. Баб Валь, повоевали. Хватит. Вот сколько лет прошло. Это что сейчас было? А вы не волнуйтесь, это волки. Вечер добрый. Рад приветствовать в нашем медвежьем, так сказать, углу. Места у нас здесь тихие. Народ тихий и послушный. Закон послушный. Не стоит особо ратовать за демократию, когда живешь среди людоедов. Прав он, Павлик. Но будь ты мужиком хоть в этот раз. А может быть, я влюбилась? Что, со мной быть такого не может? Нет уж, Свет, давай я просто как-нибудь увековечу ваш балаган, и все. Не, ну вы видели? Это не просто материал, это бомба! Ладно, бойцы. Начинаем зачистку населенного пункта.